Всем привет! Скоро Новый год, но настроение Эрик Картман. Как же, сука, скучно! И я решил поднять вам новогоднее настроение, но как? Все мы любим мандарины, так вот, берем их и возвращаемся назад к экрану. Новогодняя реклама Кока-Колы, плюс к действию настроению, смотрим. Поделись новогодним волшебством с родными и близкими. И самое главное, новогодние и рождественские фильмы. Я подготовил небольшой топ фильмов на Новый год и Рождество. И мы начинаем. Гринч, похититель Рождества. Жители сказочного города Ктограда очень любят праздновать Рождество. Но есть тот, кто ненавидит этот праздник, зеленое существо. Нет, приятель, не ты, а Гринч. С самого детства сверстники насмехались над его необычной внешностью. Позже у Гринча и граждан возникла взаимная неприязнь. Каждый год рождественское веселье и радость жителей Ктограда вызывала у зеленого отшельника раздражение и злобу. И однажды Гринч решил украсть у граждан их любимый праздник – Рождество. Ну как, Гринч, понравился тебе мой краткий обзор? Спасите! Вышло недурно. Полярный экспресс. Просыпайтесь, торопитесь, вас ждет самое увлекательное приключение. Вы помчитесь на сказочном поезде, как на американских горках, в далекую страну Лапландию Кса. Мальчик, не веривший в существование Санта-Клауса, вдруг получает возможность отправиться на поезде прямо к нему в гости. И он, воспользовавшись этой возможностью, находит новых друзей и получает полезный урок. Героев ждут увлекательные приключения на пути к цели. «Один дома». Комедийный фильм «Один дома» повествует о том, как в канун Рождества огромное семейство собирается провести праздники в Париже. Перед вылетом все родственники собираются в доме МакКаллистера, где сразу же начинается сумасшедший хаос. Дети носятся как угорелые, ругаются и подкалывают друг друга. Вот и младшему Кевину за проступок достается наказание – спать на чердаке. Проспав, семейка в спешке собирает вещички, и пуля летит в аэропорт, забыв дома Кевина. Всегда мечтавший побывать один дома, в покое и делать что хочет, Кевин не расстраивается, а вполне приятно проводит время. Только вот в домах орудуют мелкие воришки, которые решили поживиться, пока хозяева уехали на каникулы. Попав в дом МакКаллистеров, воры сильно пожалеют об этом, ведь симпатичный малыш подготовил для них массу сюрпризов.